Ученый Абдумалик Аширов уверяет, с помощью его изобретения, безо всяких удобрений и вреда для экологии, всего за 11 минут обработки семян электромагнитными волнами, которые излучает аппарат Аширова, урожайность можно увеличить вдвое. Уникальность этой технологии заключается в том, что такая технология не имеет аналогов в мире, потому что до меня в сельском хозяйстве не применялись космогеофизические характеристики. Разрабатывать технологию, которой нет аналогов в мире, группа южноказахстанских ученых во главе с заведующим научно-исследовательской лаборатории Государственного педагогического института Абдумаликом Ашировым начала 13 лет назад. А в 2004 году после долгих испытаний ученые получили патент на уникальное открытие. Пшеница, кукуруза, рис, хлопок растут быстрее, урожая в два раза больше от электромагнитных волн, нежели от традиционного удобрения. Это показали опыты, проведенные в семи странах мира. Вот только в Казахстане изобретению не уделили должного внимания. Ученый Абдумалик Аширов поражается безучастностью государственных органов и не перестает цитировать президента. Ставили перед кабинетом министров задачу выявления масштабных прорывных инновационных проектов с последующим государственным сопровождением на самом высоком уровне с целью внедрения во всех регионах страны и за рубежом. Изобретатель Абдумалик Аширов доказал, что электромагнитные волны совершенно безвредны для человека, а польза для сельского хозяйства несоизмеримо высока. Приложив минимум усилий с помощью прибора Аширова, фермеры смогут собрать фантастический урожай. За свое открытие ученый надеется получить Нобелевскую премию.